добрался до речки, и начинаются эти красивейшие пейзажи. В последнее время среди туристов место стало очень популярное. Вот пошли эти огромные булыжники. Это такие камни. С годами они более закругленные стали от ветра, от пыли. Вот такие вот булыжники. Все природа сделала. Красота. Значит, летом здесь ходить опасно. Здесь змей очень много. Потому что здесь везде всякие щели между камнями есть. И они там живут, разводятся. И отлично себя чувствуют. Вон мой мод стоит. И сейчас я поеду вот туда. Там, где каньон. Вдоль этой реки. Сейчас подойду к этому огромному булыжнику. Посмотрю. Интересно. Вот что-то наподобие есть еще на острове Хортица. Классно выглядит. Такое ощущение, что он упадет когда-нибудь. Летом здесь много отдыхающих. Приезжают пофотаться, шашлыки пожарить. А сейчас никого нету, хотя тепло. Градусов, наверное, 18. Как раз для воздухана, походу, то, что надо. Мне место это понравилось. Я здесь уже где-то третий раз. Вот именно в этом месте я ни разу не был. Я там дальше был. Сейчас туда поеду дальше. Вот и от этих камней исходит какое-то тепло. Положительная энергетика какая-то вот есть. Довольно приятно здесь находиться. Остановился попить кофейку. Вот такое замечательное место. Под боком каньон. Где-то там, в той стороне. Сейчас поедем туда. Сейчас я испытаю горелку. Только купил. Ни разу еще не пользовался. Но она для других целей в основном. Хотя можно и закипятить водички запросто. На одного, на два человека потянет. Баллоны вот эти удобные. Горелка, она универсальная, можно ржавые болты нагревать, откручивать, на дереве делать всякие дизайнерские решения, придумывать. Вот я попробую на дереве тоже, да, там порисовать немного. И сейчас закипятим водичку. Я удивился, что это Кавея, я сначала купил на строительном рынке, думал так, ну, побаловаться, а потом смотрю Кавея, думаю, нормалек. Интересно стало даже.
сейчас попробуем. Ни разу не запускал горелочку. Ну, попробуем. Давай-ка, Вея, не подведи. О. Что-то потухло. Из-за ветра, наверное. Убрал подальше от сухой травы. Не дай бог загорится. Здесь тропинка какая-то, наподобие тропинки. Мокрая трава, она не загорится. В общем, вывод какой. Через банку можно нагреть котелок для приготовки пищи. Но надо с той стороны сделать не три, как я сделал, маленьких отверстий, а где-то 5-6 таких крупных, чтобы воздух заходил, чтобы газ не тух. Вода закипела минуты за 3, наверное. Ну, здесь есть вот эти щепки, дрова. Сюда можно щепочницу брать без проблем. А так, конечно, газом удобнее, чтобы быстрее. Хотя, в принципе, щепки там поломал буквально там 2-3 минуты. Гора щепок будет у тебя. Но на щепках, конечно, поприятнее готовить. Запах, аромат вот этот, даже чай. Немножко вкус другой получается.